Всем привет, друзья! С вами Папа Тимур, близнецы Тимоша и Лёша. И сегодня будет челлендж с бутылками и трубочками. Что будет, сейчас вы все узнаете. Мы находимся на съемной даче. Мы каждый год снимаем дачу. А почему мы снимаем? Почему мы не купим свое? И зачем мы это делаем? И сколько это все стоит? Заходите к нам в Инстаграм, подписывайтесь, мы там все об этом рассказываем. Ну а мы начинаем наш челлендж. Кто же из них круче? Что же будет? Первое задание. Будем кидать бутылку и ставить ее. Кто первый справится, тот и получает балл. Ну, естественно, я тоже играю. Погнали. С какой попытки поставлю я? Есть. Нет. Хороший результат. А если кинуть сразу две? Не так уж легко. Давайте последние кидают три бутылки, и пацаны будут кидать. Первый начнет Леха. Ставь. Ну, ставим мы хорошо. А теперь надо кинуть. Раз попытка. Два попытка. Три попытка. Леха, не торопись. Пять попытка. Семь попытка. Почти, Леха. Восемь попытка. Давай, Леха. Было? Ну я рукой... Давайте посмотрим повтор. Я думаю, засчитаем ему балл. И это получается какая? Десятая попытка? И это десятая попытка, и Леха ее ставит. С трудом, но мы засчитываемся. Так, давай, погнали. Раз попытка. Два попытка. Держи. Три попытка. Почти. Шесть. Семь. Тимоха, давай, у тебя три попытки есть. Тимоха зарабатывает один балл. Все было честно. А мы переходим ко второму конкурсу. У нас есть много-много разноцветных трубочек. Мы будем засовывать эти трубочки в бутылку. Сначала воду я выпью, а потом будем засовывать. Они просто засовывать будут, а я буду именно кидать. Давайте посмотрим, как это вообще может получиться. Я ни одно не попал. Да! Я это сделал. Их задача будет просто попасть в бутылку. Начнет Тимоша. Вот так надо сделать. Понял? Вот так. Давай, на. Совый. Давай, давай, давай. Давай, давай, туда запихни. Все, оставляй их тут. Оставляй. Он сделал свой выбор. Максимум засунул три, но он их выкинул. Посмотрим, как справится Леха. У Лехи своя фирменная бутылочка. Мы открываем ее. Держи, Леш. Давай. Запихивай сюда. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Опускай, опускай. Молодец. На еще. На еще. На, запихивай сюда. Давай, 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 давай. Давай. Нет, вот сюда, давай. Давай, 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 отпускай. 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 Ну, он тоже засунул три, но он не раскидал, как Тимоша. Поэтому я лично отдаю Лехе балл. 1-1. Переходим к следующему конкурсу. А знаете, почему я, кстати, выступаю в шляпе? Потому что на предыдущем видео меня подстригли на лысо, вы это все знаете. Если нет, то посмотрите обязательно это видео. Мне эта прическа очень не нравится, поэтому я скрываю. Сейчас вы быстро увидите. В шапке мне больше нравится. Следующий конкурс. Есть вот такие три пустые банки с трубочками. Одну я буду ради примера, а две другие будут соревнования. У Леши и Тимоши. Посмотрим, кто из них быстрее вытащит все трубочки из бутылки. Как? Я им сейчас это покажу. Смотри, ребят, надо вытащить. Вот. Вот, смотри, вот, трубочки вытаскивает,
Погнали! Кто первый вытащит, тот и выиграл. Держи! Вытаскивай! Вытаскивай трубочки! Держи! Вытаскивай оттуда! Леха, давай, вытаскивай! 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 Тимоша, вытаскивай! Ха! Леха! Леха, видите, первый! Он сделал это первое! Тимоша, посмотрите, он пока любуется этой красотой! Держи! Давай, вытаскивай! Вот, давай, вытаскивай! Ну а пока он этим занимается, мы переходим к следующему раунду. Так как счет у нас 2-1, сейчас будет решающий раунд. Если выиграет его Леха, значит он становится нашим чемпионом сегодняшним. Ну а если Тимоша, будет еще один конкурс. Кто из них больше мне принесет трубочек, тот и выиграл. Погнали! Ребят, давай, несите мне трубочки. Не дай мне трубочки. Давайте мне трубочки. Пожалуйста, давай. Леша, дай мне. Дай трубочку мне. Пока из них вообще никто не дает мне трубочку. Тимош, дай мне трубочку. Дай. У Тимоши одна. Леша, дай мне трубочку. Чтобы засчитывать с одной трубочкой выиграть. Тимоша, дай мне трубочек еще. Да, Леша, спасибо. А дай еще. Еще дай. Тимош, дай трубочку. Вон, дай, пожалуйста, мне. Подай, пожалуйста. Леш, дай мне. Дай мне. Тимоша дал бонусную. Бонусная идет за 3. Давай мне. Дай. А дай мне еще. Можно? А дай мне. Дай мне трубочку. Вон. Время заканчивается. Давай. А что ты мне еще кидаешь-то? Ребят, вы все сами видите. Леха даже бонусную тоже принес. И Тимоша принес. Но у Тимоши всего лишь 2. А Леха в итоге донес до меня. И Леха становится нашим победителем. Сейчас мы сделаем фейерверк для него из трубочек. Чемпион наш Леха. И мы поздравим вот этим фейерверком его. Готовы все? 1, 2, 3. Вот такая вот у нас получилась борьба. Было, надеюсь, вам весело. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Следующее видео будет обзор и челлендж на песочницу. Если вы этого хотите, тоже напишите в комментариях, чтобы мы это сделали быстрее. С вами было Гром Пати. Все, всем пока-пока. Птички.